Слушай, я знаешь, что я тебе хотел спросить? Тебе такое имя, Саша Белый, ничего не говорит. Но фамилия у него может быть то ли музыка, то ли музычка. На украинский манер якобы Саша Белый. Я только одного Белого знаю, но кажется, он Белый по псевдониму. Это когда-то, помните, я пытался внедрить в добрые ряды УСО. Вот у них Белый, это был псевдоним одного из производителей этого варианта УСОвского. Там какой-то типа начальник по кадрам, скажем так. На сегодняшний день вот я тебе ставлю задачу боевую. Как хочешь, что хочешь, тебе виднее, ты человек опытный, знающий, но мне нужен контакт и твоя связь. У тебя же остались ребята, ты общаешься с этими ребятами, с повстанцем со своего? Ну да, общаюсь, конечно. Попробуй еще раз закинуть удочку на вступление. Понял. А сейчас может попроще будет, сейчас вот эта связь, катавасия началась, им кадры, я так думаю, нужны. Вот на сегодняшний день что хочешь делай, по большому счету, я отдаю полный карт-бланш. Я понял. И по времени, и по твоему видению вопроса. Слушай, я тут встречался с ребятами буквально вчера, в пятницу, с нашего центра, с нашего центрального аппарата. И возникла такая мысль, скажем, мы на тебя выведем неких людей, бойков наших, боевиков, вот, и они скажут, ну, допустим, нам нужно там 30 АПСов, или там 30 ГЛОК, возможно, некие варианты, почему, потому что мы хотим сделать контролируемый контрабандный канал. Ты подумай над этой ситуацией, какие, скажем, нюансы возможны при таком раскладе. Какую ты максимальную партию сможешь потянуть? Общая сумма, сколько ты, скажем, сможешь сам самостоятельно заработать? То есть вот эти все нюансы обдумай. Общий скелет я тебе как бы нарисовал. На меня вышел человек еще на той неделе, который из Западной Украины предложил мне стечкины АПС и бесшумные АПП. Тебе подойдут люди денежные, так, которые будут использоваться в темную. Грубо говоря, им скажут, вот есть человек, у которого есть там оружие. Через интернет ты с ними связываешься, переписку на контроль ставим. Все договоренности, количество, ты им условия эти все обговариваешь. Мы этих покупателей только направим туда, куда надо, на тебя, допустим. А контроль за ними, за сделкой, за деньгами, за отправкой, погрузкой, каким образом, будем осуществлять через тебя. И как только они сюда приедут, на территорию России, все, Аллах Акбар. Здесь мы их начинаем контролировать и просто въебываем. Вплоть до уничтожения физического. Самые